Монеты FIFA Ultimate Team на все платформы от Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем спасибо за поддержку, дорогие друзья. Я очень ценю ваши комментарии. Я так рад, то, что меня смотрят такие верные и преданные подписчики, которые готовы поддержать меня в самую трудную минуту. Спасибо вам огромное. В общем, как вы поняли, нас ждет еще один вагер-матч на канале. Это уже будет четвертый вагер-матч. Три. Я просто удачно проебал подряд. И сегодня мы будем играть против Финита. Это не самый плохой игрок FIFA, поэтому, я думаю, опять же, легкой катки не будет. Но на сегодня я приготовил вот этот вот убийственный состав. Вот! Вот эти ребята сегодня будут тащить. Я практически в этом уверен. Ну, хотелось бы в это верить. В общем, чуваки, у нас коннект наладился спустя только два ебаных дня. Два дня мы пытались с ним сконнектиться, у нас ничего не получалось. И вот, наконец-то, сегодня... перезагрузили все роутеры, все поменяли, все выключили, в общем. И сейчас более-менее без лага все идет, но все равно некоторые тормоза присутствуют. Я немножко видоизменил свою команду. Вот эта вот реманда меня вызывает очень большие сомнения. И во время паузы я выпущу Ховарда, потому что говорят, ну типа, во время игры химия не теряется. Поэтому я надеюсь, что Ховард отстоит так, как нужно. В принципе, я готов сейчас накидать каких-нибудь бомжей сюда. В общем, типичные проблемы. У меня Origin вылетел. Все нахер перезагружаю. И да, мы играем на ПК, если кто не в теме, блять. Поэтому тут все так лагает. Итак, все, Финита принял мой инвайт. Игуаин, Агуэра, Погба, Тевис и Лам. Фернандиньо, Сильва, Рудигер. Команда, конечно, очень мощная. И катка будет непростой. Поехали. Так, Гёце. 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 Пас. Ну, гол. Ну, давай. Что такое офсайд, блядь? Вот уже опасный момент мы создали. Я сразу сделаю замену, которую я говорил. Реманда мне не очень нравится. А чтобы не портить химию Ховарду, я поставлю вместо вот этого чувака. И надеюсь, то, что он затащит. Ну, это не факт, то, что химия не портится, просто есть такая теория. Хотел на Ройса дать, нихера не... О, это что такое? Что это за тормоза были? О, боже, что за лаги? Какие-то жесткие лаги, проседания какие-то время от времени появляются, не знаю, с чем это связано. Все, Ховард вышел, я этому рад. Так, отлично, пас на Стариджа... Не прошел. Хотя, не прошел! Ну, Старидж, блин! А, мяч же остался у меня, да черт возьми. Какого хера? Вот сейчас тоже неуверенно сыграл Финита. Старишь, ну, старишь, закладывай, блин. Лам, пожалуйста. Пожалуйста, нет. Фу. Я не знаю, что с этим делать, чуваки. Какие-то лаги мне постоянно мешают. Вот сейчас, если бы залетело, это было бы из-за лагов. Потому что я там ни хера не увидел. Так, картинка резко пролетела, и все. Еще один удар, Ховард. Блин, два опасных удара уже нанес Финита. Ой-ой-ой. 1-0. 1-0, пропускаем мы на 26-й минуте. Великолепно. Ну, что я здесь мог поделать? Пас, и Игуаин забивает. Окей, хорошо. Так, отлично, Старич. Старич, Старич! Закладывай! Ну, блин, ну, хули он не забивает? Ну, ебаный штрот. 85 финишинг, точность удара. Ну, вот здесь вот, ну, как не... Ну, почему он не забивает такие моменты? Один на один уже вывел, просто забей. Так, Марио Гёце. Марио Гёце. Ну, ну, Ройс. Есть, 1-1. Марко Ройс, отлично. Забиваем мы в ответочку, и счет становится у нас ничейным. Вот это уже неплохо, вот это уже неплохо. Хотя бы 1-1 уже сделали, это уже говорит о чем-то. О чем-то тут можно говорить, что атаки у нас хотя бы получаются. Оу. Много бьет Финита с дальних дистанций, со средних дистанций, поэтому на счету у него ударов будет больше, это 100%. Так, Марко Ройс, Марио Гёце. Марио Гёце на Марко Ройса, Марко Ройс и... Перекладина! Ну почему? Почему в каждом матче у меня перекладина? Ну господи, ну в чем я провинился? Каждый вагер матч у меня штанга, ну это бесит уже. Отлично, Гёце. Ну, Гёце, пас на Ройса. Чуваки, вот это момент, вот это вот момент. Марко Ройс, Марко Ройс! И как? Как только что не забил?
Чуваки, как я только что не забил опять в упор, бью, ну что за дерьмо? Эй, да повалили! А, отлично, он мне даже угловой не дает, который я заслужил. Он не дает мне угловой, который только что я наскреб. Пиздец, блядь. 1-1, но я нихера не доволен. Два супер момента, опять штанги. Ну, все как обычно, в общем. Так, он делает замену, он выпускает Рамироса. Так, это что за киесаевский заброс? Киесаевский заброс от Финита. Я такого не ожидал. Игуаин! Фуф. Окей. Ну, там не совсем киесаевский был, что-то около. Волки. Кайвол. Бьется. Бьется на Ройса! Бьется на Ройса! Ройс! Ну, пожалуйста, пожалуйста, залети! Гол! 2-1. Уф, залетает мяч. 2-1. Марко Ройса забивает. Конечно, немножко липовый гол. И Финита наверняка сейчас расстроен, но я счастлив. Пока что мы выигрываем. Это редкость в моих вагер-матчах. Ну ладно, 2-1, 61 минута. Опа-на, опа-на, Лам. Филипп Лам, отлично. Филипп Лам, друзья, Филипп Лам. Филипп Лам. Ну-ка, точный прострел! Блядь, как Рудигер спас сейчас. Там, блядь, два игрока моих стояло. Сейчас бы, блин, 100% практически гол был. Полностью сосредоточен на этом матче и полностью готов выигрывать, блин. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Держать, держать, чуваки, держать. Фуф, выносим. Аккуратно, Игуаин. Только не пенальти. Да сука, ну вот, ну почему? Ну за что ты, блядь, так меня ненавидишь, судья? Пенальти, я ебал это говно. А, 2-2, ну и в рот ебал, блядь. Ну почему, почему? Что в прошлом матче была пенка, что в этом матче, блядь? Выйдет Эсуэйн. И вместо Даниэля Стариджа выйдет Габриэль Акбамахор. Марко Ройс, Гёдзе, Гёдзе, блядь, Гёдзе сломался, ну заебись. Гёдзе сломался, а у меня замен больше не осталось. Свейн новенький, быстрый, он сейчас быстрый должен быть. Свейн только вышел. Только вышел Свейн. О боже мой, что такое Свейн? Какой кошмар только что был на моих глазах. Все, 2-2 матч заканчивается, и сейчас мы будем играть до золотого гола. Золотой гол — это всегда рандом, поэтому кому первому повезет, тот, собственно, и побеждает. Если я забью на 15-й минуте и дотерплю до 45-й, то я побеждаю. Если же у нас ничейка, то продолжаем уже и второй тайм. И, собственно, вот до этого времени, я думаю, конечно, мы забьем, но все же, что не бывает. Опять лаги, ну ёб твою мать, ну что за дерьмо. Марко Ройс, прострел. Ужасный прострел. Блять, как он так прострелы все мои перехватывает? Обычно у меня прострелы частенько проходили, а тут он прям все знает, все видит. Прострелов, конечно, много я делаю в этом матче, сам этого не замечаю. Все-таки в последнее время они мне казались эффективными, а в этом матче я хочу как никогда выиграть, чтобы избавиться от этой черной серии. Опа-на, опа-на, блядь, ну вот опять из-за лагов, я нихера не понимаю. Но мяч остается у нас. Блядь, отлично, отлично. Ну, что за лаги, блядь, Серегу тащит. Охренеть, вот сейчас был момент, Серегу вытащил, окей. Давай, давай, ну, пожалуйста, кто-нибудь, да что за говно? Почему я не могу забить опять, проблемы такие же, столько моментов. 3-4 момента я уже создал с начала первого тайма. Так, отлично, отлично, вот это раскатка, вот это раскатка, вот это раскатка и гол! Так, почему, почему? Ну, господи, боже мой, я все делаю, ну как? Смотрите, в падении ногой, ну как так, ну... Так, Херман, 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 ну! Ой-ой-ой, ой-ой, вот это привоз еще может быть. Ой, опять лаги. Ну, бля, ну ёб твою мать, ну ёб твою мать, ну что такое, блядь? Сейчас из-за лага все, бля, так получилось. У меня картинка просила, я чисто физически не успел. Блядь, да ну это говно, блядь, ну это нихуя не серьезно. Первый удар, блядь, первый удар в створ опять. У меня опять была штанга, у меня опять 1000 нереализованных моментов 1 на 1, хотя
Я здесь абсолютно не был виноват. И пропустил я из-за фриза. Чисто не успел сделать ни подкат, ни прессинг. Вообще ничего не успел сделать. Просто минимальный фриз, он портит уже все. Ладно, ну, с Германом, как у меня было? 5-1, 2 с пенальти, у меня было 2 перекладины. Тут тоже 1000 нереализованных моментов. Мне забили опять с пенальти. Опять с пенальти, блядь. И я опять попадаю в штангу. Я не знаю, как это объяснить. Вот не понимаю, как это объяснить. Вот просто не понимаю. Неужели я сам себе сформировал, может, такую ситуацию в каком-то одном матче, и теперь это все передается в каждом матче, в каждом вагер-матче? Ну, говорят, мысли материальные, может, я сам себе внушаю, поэтому каждый матч выдается вот таким вот. Ладно, все, я ничего не буду говорить. Вы в любом случае это воспримите как оправдание там или еще что-то. Да, я играю хуево. Согласен, я играю хуево. Отвратительно играю. Возможно, я играю хуже, чем какой-нибудь дядя Вася, блядь, соседнего подъезда. Но, блядь, ну каждое поражение вот таким вот образом. И да, чуть не забыл. Спасибо, Финита, за игру. Хоть она опять была у меня в классическом стиле. Да, вот как раз он пишет спасибо за игру. Ссылочка на его канал будет в описании. Парень действительно делает качественный, хороший контент. Не надо ему ничего писать. Я заметил с Германом то, что вы налетели и начали ему там дизлайки ставить, хуйту всякую писать. Не надо так делать, чуваки, не надо. Я не в обиде ни на Германа, ни на Рона, ни на Финита. Вообще ни на кого не в обиде. Они ни в чем не виноваты. Это лишь мои проблемы, так что... Всем пока.